Исправительную колонию номер 3 в Чите планируют снести к 2025 году. На ее месте построить учреждение объединенного типа. Об этом сообщил начальник УФСИН России по Забайкальскому краю Дмитрий Обломий в интервью ВГТРК. Он отметил, что новое учреждение будет соответствовать всем современным европейским стандартам. Обслуживать его будет 1030 человек личного состава. Начальник краевого УФСИН также добавил, что многие, увидев документы о новом строительстве, спрашивают, не новый ли это аэропорт в Чите, на что он отвечает: нет, это будет новая тюрьма. Ранее сообщалось, что уникальную тюрьму за 20 миллиардов рублей построят в Чите к 2027 году. В свою очередь, жители соседнего региона высказались против строительства мультиколонии.